Всем привет, ребят, с вами Тоха. Сегодня еще один обзорчик решил снять. Я, ребят, на пак КамАЗов, их очень много, если в куче очень сильно проседает FPS, ну сейчас будем их рассматривать по одному. Вот такой у нас есть, типа, крюковым приспособлением у нас КамАЗ к нему, вот такая платформа, и там еще есть пару бочек, потом все покажем. Так, вот у нас есть, после этого добавил еще некоторые тягачи, а так получается вот так. Вот, ребят, у нас есть такой самосвал КамАЗик, садимся в него. В салоне, как в обыкновенном КамАЗе. Вот эти палец такой, как надо. Ну, ребят, все как поселяется на ТС, конкретно поселяет. У нас вот такой тягач, вот у нас есть будочка. Ребят, походу вроде открывается. Вот, видите, тут типа как конвейер, контейнер, что-то такое, ребят, закрывается. То же самое в салоне, в обыкновенном КамАЗе. Так, и вот у нас теперь есть тоже такая, убирается буква N, добавляется. Тоже КамАЗ, тягач у нас с таким прицепчиком. Так, теперь у нас вот есть, что возит огнеопасно. Тоже тягачик, вот он, вроде КамАЗ 5-4 этот сделанный, так, ничего. Усиленные тоже вижу. И так, КамАЗик пойдет. Тоже бочка для этого. Вот у нас для леса у нас вот есть такой КамАЗ с прицепом. Трехмостовый, мощный. Потом тягач есть тоже для леса. И вот такой погрузчиком. Все работает. Так, вот у нас есть зерновоз с трехосным сзади прицепом КамАЗ. Потом есть вот какой-то газ возить, метан огнеопасно, с прицепом тоже КамАЗ. Вот у нас такой есть КамАЗик. То же самое убирается с помощью тента. Тент убирается, все. Потом у нас есть молоковоз с прицепом. Все КамАЗы, вот есть такой продуктовый КамАЗ, то же самое с прицепчиком, ребят. Вот у нас тут есть тоже такой КамАЗик, у него убирается тентик. Типа как силосник, ребят, нарощенные борта. Вот такой КамАЗ, все такое. Так, у нас есть вот тоже крюковой, как я говорил, только другого цвета. И вот две бочки у нас. Одна бочка под навоз, другая огнеопасно, вроде бензин возить, что-то такое, ребят. Вот две бочки есть у нас. Еще один поставил зерновоз. Просто тут прицеп есть одноосный сзади, не трех, а двухосный. И вот еще бочечка есть тоже для навоза, вроде бы для воды, что-то такое, ребят. Ну вот, вроде мы все рассмотрели. Теперь, ребят, посмотрим, как это все дело выглядит в магазине. Вот отдельный слот для него есть у нас. Так, ребят, вот он, сейчас покажу, как они выглядят, все КамАЗы. Вот цены у них достойные, вот начиная 105, 90, 75, 91. У них, как видите, возят все, что можно возить, все возят. Сейчас мы его выберем. Тут можем менять двигатель, ставить мощнее, больше, основной цвет какой хотите. Ребят, цвет обода также самое. Цвет дизайна, это цвет кузова также самое, ребят. Такая функция на всех КамАЗах. Вроде бы не на тягачах. Вроде бы нет, на тягачах. Нет, да, цвет и двигатель можно выбирать, ставить. Больше лучше. Так, ребят. Ну, тут у нас лесовозы. Лесовоз. Ну тут также самое цвет обода. Цвет это, цвет дизайна. Все выбирается. Вот у нас. Тут он не машу возить ему, тут тоже не машу, это для карты. Это возит так само, ну, нарочные борта, у него 20 тысяч литров сам КамАЗ. Это вот так, этот у нас возит навоз, жидкое удобрение, можно возить молоко, воду, короче, все такое. Это, ребят, чисто горючку возить, это для зерновоза, это тут нету такого. Прицеп простой бортовой. Это для животных прицеп, оказывается, ребят, вот этот нарощенный бортами. Это тоже продуктовый. Это молоко возить. Это прицепчики, это навоз, удобрение. Это чисто горючку, это тоже продуктовый, под карту. Это, ребят, можно поддоны, тюки использовать, это все, ребята. Сейчас мы посмотрим, что у него есть по автоподбор, ребят. Сейчас мы переключимся на него, посмотрим. Тут где-нибудь должны быть автоподборы. Сейчас, ребят, посмотрим, давайте посмотрим. У этого прицепа
Так, 250. Да, включить есть автоподбор. Тут-то тоже есть автоподбор. А, вот. Так. Нет, тут-то походу автоподбора что-то я не вижу, ребят. Тут нет автоподбора тюков. Так я помню, придется загрузить самому, ребят. Ну что ж. Вот такой, ребят, у нас прикольный. Ну, кстати, ребят, это идет пак для карты Россия КАМАЗов. Кому будет интересно, ребята, ссылочка будет в описании. Ребят, ну что ж. Всем спасибо за просмотр, ребят. Еще будут какие-нибудь обзоры. Будут по-любому на прикольные моды. Всем пока. Всем, ребят, увидимся. Все, ребят. С вами был Тоха 1979.